Друзья, всем привет! У нас сегодня такой обед, даже ужин уже не обед. Время, правда, 5 вечера, по-моему, но ничего. Смотрите, как я делаю. Короче, у меня есть постный мазик. Так как мои роллы слишком грустные, я вот так вот делаю. Маленькие. Блин, у меня кошка везде. Такие капельки. Прокачаем маленько. Он с лимонным привкусом и прям кайфово будет. Как будто мы запекли шапочку. Ем я том-ямчик. Точнее, лапшу со вкусом том-ямчика. Лемонграсс. Вот кто брал фикс прайс, я уже тогда показывала, но не кушала при вас. Мне очень понравилось. Лапша такая, знаете, отличается от всякого ролтона и доширак. Она какая-то приятная. Это остро. Прикольно. Гриб. В имбирь упал. Да надо было так с вилки улететь. Маринованный. У меня сегодня полувыходной. Сходила на работу, поделала дела. Сходила к маме в гости, попила кофе и вот пришла домой. Знаете, такая пустая еда. Она очень легкая лапша, вот эта вот. Тоненькая. Ну и порция такая маленькая, это вот. Чашечка у меня буквально. Но запах. Кто любит лемонграсс, попробуйте. Со стринкой. В прошлом видео, где я сказала, что свежий помидор у меня есть, начали писать. Они у тебя просроченные. Это помидоры кумато. Почитайте про них. Они идут темно-красно-бордового цвета с каким-то зеленым оттенком. Кстати, очень вкусные. Да-да-да. Просрочку я не ем. Пока еще могу позволить себе без просрочки питаться. Бульон. Блин, вам не видно? Очень вкусный, остренький такой. На улице плюс 3 градуса. Чуть-чуть
чуть подмерзла. Долго была на улице сейчас. Была в жилетке, в толстовке. Поэтому даже немножко ветром меня подморозило. Как вкусно. Тут вот сейчас больше жидкости будет, чем лапши было. Еще грибочек один. Короче, палками есть не умею, но попробую. Как их там берут? Вот так. Смотрите, у меня есть... Невкусный. Невкусный васаби. Сразу говорю. Это мой сегодня крайний прием пищи. Сегодня я уже есть не буду. Имбирь я не очень люблю. Но иногда просто сверху его это добавляю. А это вообще никакой, короче. Я бы хоть ложка ешь васаби. Смысл даже класть не буду. Так, палками есть не умею. Как люди это делают вообще? Эй, пляха-муха. Так, короче. Вот так вот будем делать. Блин, много. Кто-то, говорят, прям имбирь. Может, листики вот эти вот, ну, в смысле, покупать специально. И отдельно маринованные есть. Прикол. Он полезный, я знаю. Но, наверное, он полезный-то не маринованный, да? Бляха-муха. Эй. Все. Я готов. Берем. Макаем соусец. На этой стороне жую, как обычно. Соучетство вывозит майонез-то. А то... Прям совсем сухо было бы. Чай у меня еще заварен. Вот такой. Я вчера рассказывала вам. Великолепно. Вот такая штука. Вкуснотища. Восемь штук ролл в Italian Pizza. Стоит 129 рублей. Без сыра, без всего они.
бульк. Бульк. Сегодня плохо спала. Легла где-то в 3:00 уже. Вот он выбросится у меня. Я хочу лето. Думаю, вчерашнюю наклейку наклеить на телефон, на чехол. Надо на другой только, не который у меня сейчас чехол. Вкуснятина. Спасибо за советы по книгам. Многие книжки уже нашла. Пока читать не приступала, но благодарю вас. Может быть, сегодня что-нибудь начну. Друзья, я очень вкусно покушала. Я всем желаю того же самого. И как я всегда говорю, кушаем, никого не слушаем. Любим друг друга, ценим друг друга, уважаем друг друга. Кушаем полезно, вкусно, с аппетитом. И тогда, когда хочется. Всех обнимаю.